сюда. Уже там скорее, если не получится за эти две минуты, уже шансы будут на булитную серию максимальные. Впрочем, выигранное вбрасывание, контроль шайбы в чужой зоне, бросок, гол. И это человек, который создал лучший момент, который был в овертайме. Таким образом, что мы имеем? Ну, Йокерит явно собой доволен. И Йокерит, как я и говорил перед матчем, с большой долей вероятности. Вот он эту долю вероятности превращает в заброшенную шайбу. Что касается подопечных Владимира Крикунова, я бы сказал, что вот я помню, когда они выиграли у Риги. И доля фарта была там велика. Как бывает с любой командой в любом сезоне не раз. Где-то ты не выигрываешь из-за нефарта, а где-то ты выигрываешь благодаря тому, что чуточку повезло. Вот сегодня может быть матч, где «Динамо» этого фарта чуточку не хватило, потому что сумели сравнять, но тем не менее проиграли. Но если оценивать игру этой другой команды в целом, ну, наверное, логично, что «Йокерит» оказался чуть-чуть сильнее, но очко «Динамо» все-таки сумело взять. Ну да, и «Динамо» набрало очко сегодня в матче с «Йокеритом». Ну и «Йокерит» в конце концов...